Всем здравствуйте, меня зовут Елена. Это канал, где мы с вами говорим о вязании. Сегодня в фокусе будет вот это вязаное летнее платье. Связано оно из хлопка от Пехорки. О пряже поговорим подробно, но чуть-чуть позднее. Это платье связано прошлым летом, на окончание прошлого лета. И этим летом я его носила. Уже у меня сформировалось конкретное мнение о том, как эта пряжа ведет себя при длительной эксплуатации. Поэтому платье сегодня не только достойно презентации, но и также расскажу вам свое мнение о пряже. Пряжа более чем доступная и бюджетная. Думаю, что многие из вас знают. Это хлопок натуральный от Пехорки, летняя серия. 425 метров на 100 грамм приходится. И вот такие технические характеристики, если кому-то это интересно. 2 мм – это рекомендованный размер спиц. Платье связано на спицах 2,5 мм. Нигде на этикетке производителя не указано, но есть подозрение, что это тот самый хлопок, который не подвергался мерсеризации. Он мягкий, достаточно приятно с ним работать, и я бы порекомендовала его для вязания детских вещей. Ну и вот вы можете видеть, петельки выстраиваются в достаточно ровную кладку. Оно связано по фигуре, то есть изначально для расчетов были взяты параметры тела. И, конечно, это рискованно, безусловно, не спорю, но так я поступила не случайно, когда был связан образец тестовый, естественно, постиран, то было ясно сразу, что это тот хлопок, который растягивается, причем растягивается значительно. В общем-то, погрешность в 1,5 сантиметра – это приемлемая погрешность, и именно этот хлопок дает такое растяжение в ширину. Поэтому я понимала, что связав платье в соответствии с параметрами своего тела, в итоге я получу вещь, более свободно сидящую на моей фигуре, и в течение дня, во время носки, это платье действительно так себя и ведет. После стирки оно абсолютно плотненько облегает фигуру, затем в течение дня я прямо ощущаю, что платье начинает растягиваться. Что касается вытягивания в длину, то нет, я не заметила такой особенности. В общем-то, платье вытягивается только в ширину. Причем сам рисунок, он же достаточно простенький, да, основное полотно связано лицевой гладью, и общеизвестный факт, что лицевая гладь дает наиболее достоверные вычисления, если мы хотим узнать плотность, да, если мы хотим узнать, как поведет себя пряжа. Поэтому я могу смело утверждать, что если вы будете вязать для себя изделия по фигуре из этой конкретной этой пряжи, то в результате вы получите вначале действительно облегающую вещь, абсолютно плотно облегающую, особенно после первой стирки. Хлопок сжимается, собираются петельки. Ну а со временем вы почувствуете, как ваше изделие будет более свободно сидеть по вашей фигуре. Итак, это касаемо пряжи. Пряжей я довольна, действительно довольна. Если кому-то интересно, я не упомянула цвет, какой-то тон. Вот номер цвета. Называется «Солнечный». И действительно очень интересный оттенок. Он матовый, абсолютно матовый. Блеска здесь никакого нет. И когда в тени я пытаюсь отснять это платье и показать вам, то выглядит оно белесым, ну, практически таким разбавленно-салатовым. В общем-то, сейчас цвет передается недостоверно. На солнышке, снимая прямо вот под прямыми солнечными лучами, я получаю наиболее достоверный цвет, как это платье выглядит в жизни. Вот именно так, как вы сейчас видите, его вот снято сейчас под прямыми солнечными лучами, вот именно так это платье выглядит в реальной жизни. Пожалуй, теперь я расскажу вам о том, как оно связано, немножечко про узор, про выточки, про технические особенности, как оно было рассчитано, да, то есть каким образом делать посадку изделия по фигуре. И я подумала, что, наверное, имеет смысл рассказать о своем опыте. Конечно, существует миллион методик, все вы об этом знаете, о том, как снимать мерки, о том, как выстраивать технические рисунки, строить чертежи. В интернете очень много информации, но я расскажу о том, как именно я поступаю, какие мерки мне требуются для того, чтобы сделать платье по фигуре. Ну, а вы, конечно, уже вольны либо прислушиваться к этим рекомендациям, либо не согласиться с ними, либо, быть может, даже поделиться своим опытом в комментариях.
комментариях. Итак, давайте начнем. Платье связано достаточно простеньким рисунком, как вы уже поняли. Основная часть полотна связана лицевой гладью, и присутствуют здесь незначительные элементы узорчатые. Причем этот узорчик, он простенький, он нарисован был на листочке бумажки в клеточку. Я, конечно, понимаю, что существуют сайты, популярные сайты, которыми пользуются продвинутые вязальщицы и рисуют рисунки, узоры, любые схемы. Но такой узорчик несложно нарисовать на листочке в клеточку и затем следовать просто чертежу. То есть вы рисуете кружочки, которые обозначают границы вашего рисунка. Эти кружочки не что иное, как накиды. Ну а другое дело, как вы будете выстраивать убавки, да, то есть линию убавок. Либо на лицевой стороне с петельки с наклоном вправо, наклоном влево, и тогда у вас возле убавок пойдет косичка. В моем случае немножко иначе. Я решила все эти убавочки увести на обратную изнаночную сторону. Вот. Все убавки у меня заведены на изнаночную платье сторону. Связано снизу вверх. Вязалось оно отдельными деталями. Передняя часть, спинка, полотно. И здесь у меня начинается платочной вязкой, но на самом деле так не было задумано. Изначально у меня платье заканчивалось вот здесь. Вот. То есть вот был такой фрагмент ажурный, и он был обрамлен бортиками из изнаночных петелек, два ряда изнаночных петелек, и все, и платье заканчивалось. Но затем, когда я примерила его, я поняла, что длина меня не очень устраивает, буквально не хватало 1,5 сантиметра, и вот по этой причине потом было подвязано вот это вот череда рядов изнаночных, получилась платочная вязка. Ну, конечно же, это не обязательно, естественно, это все по желанию. Результат творческой работы. Я обещала показать недостатки. Вот давайте сразу же я на них обращу ваше внимание, потому что они есть. Я думаю, что вот вы видите. Вот я прямо сейчас по центру специально показываю недостаток, по крайней мере, который мне не дает покоя, но уже поделать ничего нельзя. Совершенно случайно, просто не обратила внимания, когда вывязывала вот эти вот бортики. Вот видите, одна петелька лицевая. Это результат невнимательности исключительно. Да, у меня здесь заведено было изначально при расчетах по 3 петли на шов. То есть 3 петли сразу вводила со стороны передней части, 3 сюда петельки, 3 сюда петельки на шов. И то же самое со стороны спинки платья тоже по 3 петли на шов. Что касается узоров, они повторяются здесь на протяжении платья, то это тоже самодельный узор, точно так же был нарисован на листочке бумажки. В общем-то, я думаю, что любой из вас справится с этой задачей, если захочет свою авторскую фантазию реализовать и нарисовать что-то свое. Ничего сложного абсолютно. Эти цветочки, они расположены симметрично с двух сторон от бокового шва, на передней части и на спинке. И, соответственно, выглядят они, конечно, интересно, но внимание они не привлекают, поскольку основной акцент уходит на боковую сторону, и заметно их, в принципе, только когда я поворачиваюсь боком. Листочки, цветочки повторяются просто с разным наклоном. И теперь давайте поговорим про выточки. Наверное, это самое интересное. Для того, чтобы сделать платье облегающим, конечно же, здесь пришлось делать много убавок и пришлось рассчитывать, в каких конкретно местах их делать. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Я покажу вам на техническом рисунке, каким образом я выстраиваю убавки. Здесь же я вам покажу, как это выглядит на практике. Я, в принципе, постаралась здесь абсолютно идентично сформировать убавки, как это выглядит на выточках, например, на сшитых изделиях трикотажных, к платью, к примеру, или к какому-либо облегающему джемперу, то вы увидите, что выточки построены таким образом. Да? То есть это как будто бы два столбика, такие две дорожки симметричных убавок. Здесь все очень просто. Здесь у меня 10 убавок по 2 петельки. С наклоном, разумеется. Здесь тоже 10. То есть эта дорожка 20 петель, эта дорожка 20 петель с ритмом в 8 рядов. Здесь у меня ритм не меняется, то есть убавляла я все время одинаково. Точно так же не забываем о том, что у нас убавки идут и в боковые швы для того, чтобы сделать переход от бедра к талии плавным, не резким. Да? Ну, здесь на самом деле ритм убавок нужно высчитывать каждому человеку индивидуально, так же, как и здесь, собственно. А резко делать я бы не рекомендовала, потому что получится резкий такой переход, как у треугольника. Здесь они у меня начинались от самой выступающей точки бедра и до линии талии, и, соответственно, постепенно все убавки заведены в шов.
На уровне талии никаких убавок нет. На уровне талии связано все просто лицевой гладью. Ну, безусловно, рисунок, да, о рисунке мы не говорим, это уже само собой разумеется. Я сейчас имею в виду только лишь действия с убавлениями. Затем, уже поднимаясь наверх к линии ребер, вот здесь вот, снова начинаются выточки. Это уже прибавки. Выточки абсолютно повторяют по... построению повторяют выточки внизу, но только если там мы делали убавки, то здесь, соответственно, идут прибавления. Вот четко видно, как я три раза прибавила. Раз, два, три, раз, два, три, шесть петель. И точно так же вот с этой стороны. Раз, два, три, раз, два, три, шесть петель. Всего прибавлено 12 петель. И также были прибавки вот здесь вот по линии шва. Для того, чтобы обеспечить хорошую посадку, начиная от линии ребер, вот эти вот прибавления, которые заведены в швы, они должны в результате построить вот такое вот трапециевидное направление полотна. Да, то есть, если положить его вот таким вот образом, растянуть, то оно уходит явно вот таким вот образом, под наклоном. Это ажурная полоса, это линия под грудью. Далее стояла задача выстроить лиф таким образом, чтобы он обрамлял форму груди, для того, чтобы вот этот вот треугольник не был плоским. Хотя, в принципе, ничего страшного, если его сделать плоским. Ничего страшного не будет, ну, просто будет сбоку не более приплюснутый вид, если смотреть в целом на... силуэт. Но ничего страшного, в общем-то, это не обязательная мера, вот вывязывать вот здесь выточки. Я вам честно скажу, вот этот прием я подсмотрела у сарафана в магазине. Обычный трикотажный сарафан, таким образом был сформирован лиф в верхней части, я просто подсмотрела, каким образом там оформлен вот этот вот выступ, для того, чтобы сделать облегание, абсолютное, соответствующее моим параметрам. Здесь сделаны выточки. Что касается центровки, то, разумеется, у всех она разная. Здесь нужно делать просто замер груди, но об этом мы поговорим позднее. Просто я обращаю ваше внимание на то, что вот линия выточек, если вдруг вы задумаете тоже повторить подобный прием, то вам нужно определиться вот с этой точкой, самой выступающей точкой груди, и определить ее местоположение. Она может быть ближе к центру, она может быть дальше. Это уже все анатомические особенности каждого конкретного человека. Выточка построена таким образом. 5 петель отведены на центр, а сбоку от них, как бы из-под них, выныривают 8 петелек. 8 петелек с этой стороны и 8 петелек с этой стороны. И вот эти вот дополнительные петли, которые изначально не были заложены, соответственно, в расчеты, да, то есть мы делаем обмер груди, обхват груди, переводим мы эти данные, эту циферку переводим в петельки. Так вот, изначально они не были заложены, но вот эта вот прибавка позволяет создать дополнительный объем и красивое облегание. С этих дополнительных петель не нужно, потому что, конечно же, их легко убрать, компенсировать, так сказать, прибавки, убрать можно вот здесь, вот по линии скоса, на достаточно глубоком декольте. Эта форма лифа имеет действительно глубокое декольте, поэтому, конечно же, сразу скажу, чтобы не было никаких вопросов, никаких упреков. Это платье курортного типа. Я, конечно же, в городе его не ношу. Оно связано исключительно для поездок к морю, для вечерних прогулок по набережной. Поэтому, в общем-то, вот такое глубокое декольте в таких условиях, я считаю, дозволительно. Итак, вывязывается это тоже несложным образом. Я думаю, что все вы догадываетесь, каким образом. Вы отмеряете центр платья. Да? Вот вы вяжете, вяжете. Вот вы вяжете, вяжете полотно, дошли до центра, поставили маркерочек. От центра вы отсчитываете любое количество петель, абсолютно любое, правил здесь никаких нет, насколько вы хотите сделать глубоким запах. Вот насколько вы его для себя определите, столько петель и добавляете. Захватываете петельки от второй половинки и начинаете вязать только вот эту выделенную область. Вот эти петельки на спице вы просто не трогаете. Их либо на дополнительную спицу переносите, либо на дополнительную ниточку закрываете. Неважно, вы пока их не трогаете. Работаем только вот с этим участком. Ушли от центра на небольшой участок вбок и начинаем делать убавки. Здесь убавки сделаны следующим образом. Здесь не по 2 петельки шли сокращения, а по 3 петельки в каждом четвертом ряду.
Такой темп убавок позволил мне сформировать достаточно глубокий вырез и при этом выйти на нужную точку на плече. Да, для того, чтобы у меня и не близко к шее располагалось вот это место, шов соединительный, и недалеко на окончание плеча. То есть это оказалось максимально приемлемо. Я надеюсь, вам хорошо видно. Вот, отчетливо. Раз, два, три петельки ныряют в одну. Да, то есть мы из трех делаем одну, убираем две петельки, убираем. И через 4 ряда мы повторяем действие. 4 ряда повторяем действие. 4 ряда повторяем действие. Здесь на самом деле темп убавок не меняется, он до самого конца сохраняется. Но эти убавления, они не идут у меня по краю. Вот вы видите, что у меня идет продолжение вязания. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот это вот обрамление хорошо лежало, прилегало к телу. И, в общем-то, имела такую плотную кромку, чтобы у меня не сползал лиф, чтобы он по телу никак не мигрировал, если так можно выразиться. Я надеюсь, вы понимаете мою мысль. Чтобы плотненько прилегала к телу, да, и имела хорошее, красивое обрамление. Значит, как это выполнено? Вот, я думаю, что вам видно. Лицевые петельки вытянуты. Вот убавочки. Затем лицевая петелька просто провязана. И далее идут лицевые петельки вытянутые. В лицевом ряду снимаем петельку, в изнаночном ряду провязываем. В лицевом ряду не провязываем, просто снимаем петельку, в изнаночном провязываем. Вот таким образом оформлен лиф. Проймы. Проймы очень похожим образом оформлены, то же самое. Замечательно выглядит кромка, замечательно оформлена. И самое главное, хорошо держит форму. Я обещала вам рассказать о том, где ставятся выточки, почему они ставятся именно в этом месте. Здесь, конкретно на этом платье, у меня выточки начинаются вот буквально от самой выступающей точки бедер. Я думаю, вы догадались, вот здесь мадам сижу. И начинается череда выточек, которая уходит к поясничному отделу. Что касается расположения их, то я уже как-то однажды рассказывала в одном из мастер-классов по вязанию платья Миссони, но повторю. Для того, чтобы определить эти точки, очень просто. Нужно разделить полотно на две части, ну, ровно по центру, провести условную линию и на 10-11 см влево, на 10-11 см вправо сделать отступ. Вот в этих точках у вас начнутся выточки. Грубо говоря, линии убавок. Почему именно так? Почему именно в этом месте? Дело в том, что существует традиционное классическое правило кроя, которое предполагает параметры стандартного среднестатистического человека с прогибом позвоночника. Да? Некое такое золотое сечение. Конечно, надо смотреть индивидуальные мерки у конкретной фигуры конкретного человека и по ним уже выстраивать и ширину между выточками, и их высоту. Точно так же выточки повторяются как на передней стороне платья, также они повторяются у меня и на спинке. Вот они уводят полотно на расширение для того, чтобы по спинке хорошо прилегало. Но, собственно говоря, больше мне добавить нечего по технической части. Я рассказала вам обо всех особенностях, обо всех деталях. Ну а теперь давайте же поговорим о том, каким образом я снимаю мерки и какими показателями я традиционно пользуюсь.